Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей», в студии Игорь Конюшков. Здравствуйте. День семьи, любви и верности отметили в Кунгуре с особым размахом. Театрализованная концертная программа, конкурсы, выставки и парад невест – лишь часть насыщенной программы. Подробности в нашем следующем сюжете. Праздничную программу на Соборной площади города открыли ведущие в образах Петра и Февронии. Муромские цветы тесно связаны с летним праздником семьи, любви и верности. Ведь в православии они являются символом супружеской преданности. Мы с Февронюшкой моей за вас стоим. Ваш очаг домашний от беды храним. Солнце пусть согреет каждый дом. Верностью, любовью и теплом. Помимо выступлений на сцене, кунгурякам предложили посмотреть необычную фотовыставку прямо под открытым небом. Кунгурский городской архив оформил стенды со свадебными фотографиями горожан разных лет, с конца 19-го столетия и до наших дней. Другим интерактивом для зрителей стал конкурс «Фотосушка». Любой желающий мог оставить на импровизированной выставке свою фотографию с любимым человеком или с семьей. Взамен участник забирал понравившееся фото. Идея оказалась успешной. Для тех же, кто любит делать что-то своими руками, прямо на площади организовали мастер-класс по плетению венков из ромашек, символа праздника, а также по изготовлению традиционных поясов. Сначала пальчики вот здесь пальчики, сверху. И вправо, врачно. Смелее, не вот. Самым главным и торжественным этапом праздника стало награждение медалями за любовь и верность. Награждаются ею супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Обладателями такой награды в этом году стали сразу три кунгурские семьи. Глава семьи Клоковых Эриксон Иванович, главный в Кунгуре кузнец спортивных кадров. Сам он со студенческих лет занимается легкой атлетикой. 11 лет подряд он носил звание чемпиона Кунгура и рекордсмена в беге на средней дистанции. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», «Ветеран труда». Еще одним красочным моментом насыщенной программы «Дня семьи, любви и верности» стал парад невест. В нашем городе он прошел уже во второй раз. Десятки кунгурских женщин в свадебных платьях прошли по улице Карла Маркса от Дворца культуры, машиностроителей до Соборной площади. Парад стал своеобразным итогом праздника, который, в свою очередь, стал еще одной доброй традицией нашего города. Леонид Монохин, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».